Всем привет! Смотрим турнирный бой против этого парня. Как и обещал, показываю вам его. Бой получился сложным. Можно сказать, даже обидным. Сам тот парень не очень сильный, просто ему Джокер помогал. Второй раз уже записываю видос. Первый видос у меня не очень удался. Я его удалил из канала. Вот теперь заново все записываю. Кому этот бой понравится, поставьте лайк. А кому не понравится, лучше ничего не ставьте. Ну ладно, играем пока что на красных. Вот, почти вторая минута, ему дали первого джокера. У меня были большие проблемы с экономикой. Постоянно не хватало мне ресурса, потому что он меня почти целый бой давил, давил. Ну и не смог додавить. Просто ящиком больше меня взял и через ящики победил. Основная проблема у меня в том, что я экономлю бусты. Вот эта проблема. Я думаю, что я бы смог больше побеждать, если бы я халдил. Это вот такое мое мнение. Как вы видите, я пока что халды не использую, но вот именно на снабжение нужно было юзать халдовый буст. Но я почему-то этого не делал, потому что жадный. А жадный, потому что играю без донат. Как бы вот так вот. Дали ему молотов, это очень плохо, потому что молот Джокера, он очень сильный. Быстрая у него перезарядка. Вот мои пехи на красном бусте уничтожают его пех. Вот разведочка. Видим, что все как обычно. Точнее, как и в прошлом бою. Бункеров нет. Авиация. Вот здесь, наверное, мне нужно было ехать к нему на базу. Я толком не уверен, потому что я вот здесь не вижу, если у него что-то вот. Ничего, наверное, не было. Немножко пехоты вот здесь, ребят. Походу, моя основная ошибка. Один бункер, но это не проблема. Один бункер, это ничто. Вот, возможно, если бы я сейчас поехал к нему на базу, возможно, у меня бы шанс бы был на победу. Вот здесь я, походу, и затупил. Блин, обидно. Обидно, если честно. Вот вертексы полетели. И упали. Так, тут у нас град, крепость, но это все не важно. Блин, конечно, я тупанул по полной программе. Да у меня то и гряна толком нету было. Не, я вообще-то рассчитывал, что я смогу затащить. Я, в принципе, был уверен в этом, но Джокер, к сожалению, был не на моей стороне. Мало я тут, конечно, ПВОшек наставил. Очень мало. Нужно было хотя бы, ну, в два раза больше поставить. Тогда, может быть, я бы и затащил. Конечно, минирую, но минировать надо вот здесь. И вот здесь, вот эти проходы, ребят.
Вот второй Джокер у него пошел. Это, если я не ошибаюсь, Тайфун. А может и Циклон. Циклон, наверное. Ну. Так, у него 20 ящиков, у меня 15. Вот поехала небольшая атака. Циклоны. Один Зевс. И немножко пехоты. Вот летают вертексы. Вот, третий Джокер пошел. Но это, ребята, несправедливо. Я так считаю, что три Джокера это уже слишком. Два вот Джокера это еще более-менее, но вот три и более не слабых юнитов дает. Вот здесь я подумал, что мне уже хана. Думаю, сейчас еще вертексы штаб выбьет. И я уже слил. Счет пока у нас на равных. Блин, ну, конечно, обидный слив. Обидный. Если бы не эти ящики, то я думаю, я бы его убрал. Точнее, победил. Вот. Вертексов просто куча. Воздух иснул, но ПВОшка одна не работает, по электричества нет. Он ее пытается уничтожить. Плохо, конечно, дела у меня. Бункера у него мало, блин. Ну, конечно, да, большую ошибку я сделал, что зараза его гренами не рашнул, как в прошлом бою. Это, наверное, основная ошибка. Так, тут ничего интересного. Вот вертексы летают, молоты. Пошла атака. Ёбаные вертексы летают. Я ничего сделать не могу, потому что юнитов очень мало. У него фулл КО, наверное, третьего штаба. Пытаюсь я захватить флаги, точнее контейнеры, но у меня это не получится. Я решаю, что нужно сдаться, потому что нет смысла бороться. Ему осталось там три взять. Вот такой вот бой, ребята. Бывают бои, что и победа, и бывает, что сливы. Я считаю, что это нормально. Ну, кому понравился этот бой, поставьте свой лайк. Всем спасибо, кто посмотрел до конца. Всем пока.